Так, братва, сейчас мы находимся на дрифт-трассе в Печатниках. Здесь довольно плотный трафик, я здесь первый раз. Не знаю трассу, плюс я сам-то не профессиональный гонщик. Машина тоже собрана непонятно как, мы ее ни разу нормально не тестировали. У нас не было задачи сделать дрифт-корч, мы просто сделали задний привод. И сейчас попробуем подрифтить, но в первую очередь мы доверим это дело не абы кому, а самому Аркадию Цареградцеву. Он реально разбирается в этом деле. Он сейчас находится вроде как здесь. Надеюсь, он сможет на ней прокатиться и даст какую-то объективную оценку. Что это за хуйня? Здравствуйте! Здорово! Цареградцев Аркадий, по прозвищу Царь. Стаж в дрифте с 2010 года. Победитель РДС Сибирь в 2014 году. На данный момент выступает на мировом уровне. Это заднеприводная Camry 3.5. Осип, иди сюда, тут хотят поговорить с тобой. Что это? Это... Не говори мне, что это Camry 3.5, он тоже сказал. Чайзер, 90-й. А, это 90-й Чайзер. Да. Скорлупа сверху надета. Да. Но на самом деле нет, тут много было кастомных решений всяких. Все оказалось намного сложнее, чем мы думали на первый взгляд. Гаражных решений. Гаражных решений. Да. А можно еще? Open. Open the hood. А, вот оно что. А стойка в каком месте стоит? В заводском конрюшном? Да, это заводские стойки вообще полностью. А, сток подвеска? Ну, сток сзади нет, перед. Я понимаю, да. Чуть-чуть запилены сошки. Это дабл пенетрейшн будет у нас сейчас, блядь, как это иначе работает? Подожди, это что, газ? Или это бак заводской? Нет, это наше сердце. Она подкусывает чуть-чуть. Ступенчатая работает. Из-за того, что, наверное, рулевой карданчик сильно наклонен. Да, уже это логично. Все перенесено. Он на таком ты еще не катался, да? Нет. Первый, кто будет тестировать Camry 3.5, Аркадий Цель. Я хочу сказать, что с передней подвеской лютый замес. Лютый просто. Ну, у нас так, это первый тест. Так у нее колеса поворачиваются вместо вот так, вот так. У тебя ведущее колесо меньше поворачивается, чем ведомое. Короче, будет удача, если мы сейчас в камыши не въедем. Че, Тося, переживаешь? Руки реально трясутся. Отличный, по-моему, человек для первого теста. Вообще, самый лучший тест. Что ж ты делаешь? Камри, блин. Так, Skyline летит на нас. Ей нужно отпилить морду болгаркой, сжечь и новую приварить. Не, она в этом состоянии никуда не поедет. Сучка. Вот я ее заставлю ехать. Все, видишь, она не поворачивает. Вот, вот. Нет поворота никакого. Короче, это максимум, да? Это максимум. Короче, это полтора поворота. Короче, это очень прикольная тема. Можно спорить с самыми крутыми перцами, которые только бывают. И сказать, что на этой машине никто не сможет проехать. Кто сможет проехать, любой анлим может проехать.
вопросов нет, да? Да. Фу, блядь. Да. Ну что, зато ты нам сэкономил кучу времени. Мы бы сейчас пытались бы что-то думали, что, возможно, проблема в нас. Нет. Но проблема не в нас. Да, ее нужно починить. Машина поломатая. Благодарю за доверие. Пойду дальше издеваться. Спасибо. Что, Аркадию не понравилась тачка, братан? Это было понятно. Бро, у нас был изначально задний привод, не было дрифт. Мы сделали камеры по задней приводу. И мы тебе, помнишь, говорили, что подвеску нужно будет переделывать. Ну да, да. Ну типа мы сделаем так, чтобы отснять видос. И потом мы будем заниматься уже выворотом. Да, я понял. Сцепление там изначально было подпалено. Наш комплект, ну, мы приехали. Не, он сказал, самое главное сделать переднюю подвеску. Да, ну мы же, помнишь, я тебе так говорил. Ну, да. Дим, мы типа сделаем, чтобы она ехала, мы покрутим пиночки и будем уже заниматься подвеской. Еще долго, муторно подбирать все это. И сцеплением мы приехали, и помнишь, я говорил, да убивать. Потому что у нас лежит комплект новый, который мы будем ставить сюда. Короче, сегодня у нас задача добить сцепления, да, и порешить по подвеске. Да. Пока там Осип настраивает тачку, сейчас мы прокатимся вот с этой девушкой. Набоченко Екатерина, пилот Russian Drift Series. Стаж в дрифте 3 года. Выступает за команду iMall Racing Russia. Бронзовый призер этапа РДС Запад 2019 в Москве. Женщина за рулем. Боже мой, как если ты видел, как я в Сочи намоталась на 150 стен, мне кажется, ты не сел. Честно, когда садился за руль, я не знал, что ты участница РДС кубка. Да, да, я пытаюсь. Ты молодец вообще, я в шоке. Бля, честно, я Но раз сам Цареградцев сказал то, что на этой машине невозможно проехать тот конфиг, и ни один человек в мире этого сделать в принципе не сможет, то мы выбрались просто на площадку покрутить пятачки, хоть как-то ее протестить сегодня. Потому что у нас есть место, есть погода, есть тачка. И после этого дня уже она поедет на доработку передней подвески. Нормально сделаем выворот. Чтобы мы, короче, смогли уже проехать на ней. Надеюсь, у Осипа получится. Че, Осип? Не получится. Ладно, получится. Получится. Че, по машинам? Она точно не взорвется. Короче, машина объективно не управляется. Вообще. Реально. На первой передаче только можно ездить. Цареградцев был прав. Чего?
Но она не управляется вообще. Ну, на 100 по-болезски, да. То есть, типа, ты просто ничего не... Даже на второй передаче ты по кругу не можешь ровно ездить. Да, да. Потому что не хватает выбора, там его вообще нету, типа. У нас не было задачи сделать дрифт короче. Мы хотели сделать просто задний привод, мы его сделали. Надо бернаут поделать. Ну, пацаны, погнали! Пизда тачки. Чего? Моргает, моргает, что такое? Давление масла сейчас. Давление масла? Смотри на. Смотри внимательно вот сюда. Сейчас будет. Бам! Сейчас. Бам! Это было реально жестко. Я чувствовал прям, что аж жарит, блядь. Такая вот у нас сегодня вышла покатушка на заднеприводной Camry 3.5. Ну, 2.5 точнее. Я скажу вам так, на этот сезон у меня цель, чтобы лично я сам смог проехать на этой Camry вот тот конфиг. Надеюсь, у меня это получится. Поменяем подвеску, приведем машину в нормальное состояние. Ставьте лайк в поддержку. Дальше больше. С вами был Дима Гордей. До новых встреч.